Для судоводителей маломерных судов увеличены штрафы за нарушение правил плавания, некоторые даже в 10 раз. За отсутствие техосмотра, бортовых номеров, незаконное переоборудование и превышение норм пассажировместимости придется заплатить от 5 до 10 тысяч рублей. Отсутствие прав или передача управления лодкой лицу, у которого их нет, от 10 до 15 тысяч, ранее 1500. Управление незарегистрированным маломерным судном или судном с неисправностями от 15 до 20 тысяч. Меньше всего увеличились штрафы за нарушение скорости, стоянки, маневрирование, звукосигналов, бортовых огней и знаков с 300-500 рублей до 1000. Так что лучше отдать 10-15 тысяч рублей за курсы судоводителей и получить права, чем платить эту сумму за их отсутствие в виде штрафа, оплачивать штраф стоянку и потом все же платить за курсы.